Мы с черкесиками на прогулке. Вот парень идет, лапки, конечно, криволапки у нас, но ничего, 6 числа поедем на вторую операцию. Да, черкесик со снегом вообще дружит сильно. Я не представляю, что он будет летом, как он будет без снега жить. Хоть специально намораживай ему снежочку, да, черкесик? Некогда, говорит отец, некогда. Я, говорит, видишь, кушаю. Все у нас заросло, все пролежни. Уже не такой худой, как вы видите, да? Лапка у нас встает правильно, красиво. Вот. Мы идем, гуляем. С этой стороны, конечно, не так красиво, как с той. Да, черкесик? Такой вот он. Черкесон. Молодец, бежит такой. Бежит на перекресток, где у нас живет наш охранник. Такая вот умная мося у нас. Умная, приумная. Надо и там посмотреть, вдруг там кто пойдет. И там посмотреть, вдруг там кто пойдет. Ну, мы вот гуляем от того перекрестка до этого. Туда-сюда. Физзарядка у нас вот такая вот. Тут кто-то был. Надо понюхать. Надо даже смс-ку оставить, если что. Вот. Вот так вот мы гуляем.